на снег пошел. Все, соси, а купила можно? Себя? Да, я купила. Можно. Смотрите, какой крупничок пошел. Шел мелкий, сейчас крупный. Как дела, дочь моя? Очень все хорошо. Все хорошо? Как на хоре занималась? Нормально. Хвалили? Тебя хвалили? Что получила? Мама, ты слышала, как я на улице наорала снег? Слышала. Как? Очень громко. Я сама удивилась. Что сегодня получила по предметам? Смысл? Зато выступила шекибрец. Шекибрец? Это хорошо. Классно, да? Потому что дети радуются. У какого-то, я не помню, там класса было же такое же, но только... Немножко другое. Да, у них не было той пушки, которую у нас Ирина Игоревна делала, и камеры. Ясно. Все, пошли в магазин. Еще у них флаг был вообще такой вот маленький, а у нас такой огромный. Смотрите, сколько навело. Я люблю зиму. Пушистая. Ты любишь зиму, а я нет. Так, все, хватит ловить. Не надо, потом еще другой ложка разболится. Это как мороженое. Ага. Ребята, посмотрите, наша с Ангелушкой чаепитие. Тортик, пирог, она будет чай, а я буду кофеек. Пришли с ее вокала, я ее встретила, забрала. Замерзли, снег вовсю идет, такая красота. Сейчас вам покажу, если в окошко будет видно. Все деревья покрылись снегом. Смотрите, так красиво. Все кругом беленько. Ну, холодно. Как я говорила, мы с Ангелкой, с моей, замерзли. Будем сейчас с ней гонять чай. Ой, ребята, пришли мы с Ангелушкиного бокала. Я ее встретила, я не разрешаю одной ходить, когда темно. Тарелку взяла, да? Себе взяла тарелку? Ангеле не взяла. Я ее встретила с бокала, потому что она идет уже темно. Я ей одной ходить не разрешаю. На улице, какая на улице красота, правда? Но для меня холодно, я не люблю зиму, очень сильно холодно зимой. И я зиму не очень-то люблю. Поэтому тарелочка у меня такая маленькая, что маленький кусочек тортика. Вот. Что я пошла рассказать? Что мы пришли, замерзли? Я замерзла. А. И не могу понять, почему он меня так плохо снимает телефон. Слушайте, вроде бы iPhone 12. Там ни 6, ни 7, никакой. Но почему до этого была такая хорошая, классная картинка, а потом резко стал снимать плохо на улице какой-то собаки? И что вы думаете? Все дело оказалось в чехле. Вот это, видите? Выпирает. И отсвечивается, и получается как будто мутняк. Ой, блин, мороженое вымазала. Второй чехол меняю. Второй чехол. Хорошо, что у меня был еще один, некачественный такой, никакой. Я его заказала на Валберес, мне он не понравился, я его забросила. Я его не помню, кому-то хотела отдать. И потом забросила, и не могла найти, не отдала. Я потом порядочек наводила, естественно, нашла. В полочку положила, чтобы он на глазах был чуть что отдать. Самой пригодился. И снимает сразу, все классно. Почему вот здесь вот это вот растягивается? Вот видите, немножко видно, что бугорок оттопырен. Поэтому качество было не ахти-ахти. Не айс, говорят. Так. Ангелушин, не идет она. Не идет. Тортик. Меня сегодня угостили. Не знаю, первый раз такой тортик буду кушать. Не помню название. С орешками. Все, как я люблю.
Что хочу сказать? Ну, что я хочу сказать? Обычный торт, как карамелька, но это не карамелька. Но на вкус как карамелька. Единственное, что немножко дает миндалем. Такой небольшой вкусик миндаля. Так, мамочка, хочу тортика. Так, мамочка, хочу тортика. Быстрее пошли домой. А сама не идет. Слушайте, неделя такая была тяжелая. Еле отработала. Через 2 дня пролетят. Хотела сегодня съездить купить сапоги себе. Очень сильно понравились. Натуральный замш, натуральный мех. Ангелушу привела, все, я не хочу идти в эту пургу. Ну, конечно, не пурга, просто идет снег, но... Надо сейчас позвонить мужу, узнать, где он. Вот свозит. А может, и нет. Хочу ботфорты высокие. В том году мне подарил муж шубу. Хочется сапожки. Слушай, сижу, жру, а кофе стоит, мой стынет. Какая чашечка старенькая, да? Это сервиса. Не помню, кто мне дарил на свадьбу. Представляете, сколько лет сервисику? Лет-то не на свадьбу. Это не на свадьбу. Я вспомнила, когда это дарили. Что за свадьба? Наверное, вот это 23. Ну, такой чайничек красивый. Подружка меня сегодня угостила, знаете, чем? Таким красивым пирогом. Смотрите, как красиво. Я думаю, на вкус он точно такой же красивый, да? Сейчас узнаем. Классный такой. Русский такой рисунок. Так что хочу сказать, неделя была на работе тяжелая. Вот все-таки домашняя выпечка. Есть домашняя выпечка. Какой бы вкусный торт ни был, ну домашняя выпечка. Это домашняя выпечка. Вкусно. Катюшка, большое спасибо. Мастерица. Мастерица. Ну, конечно, это тоже орехи. А это мне торта попался. Надеюсь, следующее пролетит быстро. Завтра мы идем на день рождения к племяннице. Племяшки именины. Пойдем в детский центр развлекаться. Конец ноября, начало декабря, Новый год. Мужиков поздравим. 8 марта, Пасха, все. Опять Новый год. Слушайте, как время быстро, да, прилетело. Сейчас после Нового года попрет. Сейчас, как особенно у нас, праздник на празднике. К одному подготовились, отгуляли, ко второму подготовились. Все.
А еще орешек у меня есть. Орешки покупные. Нормальные. Не домашние. Сгущенка не очень. Видать, не рогачевская. Так можно. Приторно сладкие. Конечно, наделали здесь. Это в гостях, конечно, приторно сладкие. Что хочу сказать. Хорошо наелась. Семь часов. Магазин до 9. Вот, слетать. А может, не надо? А может, завтра вообще съездить? Так, ребята, надо подумать. Ну, что я хочу сказать. Вкусно я поела. День прошел нормально. Ну и все. А что нам надо, правда? Самое главное, чтобы было. Чтобы было все у нас тихо, спокойно и своим чередой. Новый годик встретим. Да даже подарки покупать, слушайте. Столько подарков купить, даже об этом думать не хочу. Все, ребятушки, всем пока-пока. Надо мне подумать. Что мне делать с сапогами, потому что мне еще нужно елку купить. Кстати, у нас елка ужасно страшная. Так жалко, что мне никто ее подарить не может. Мне кто-то елку подарит. Так и я всем дарю елки. 3 елки подарила. Но это я уже не подарю. Это белая. И она, наверное, от времени. Она вначале как-то посерела. А в том году... Ну, мне кажется, все-таки, наверное, свет на нее попадал. Она стояла в мусоропроводе. И она была плохо укрыта в целлофан. И она, наверное, выгорела. И она получается такая, как желтая. Желто-бело-серая. Не хочу я эту елку ставить, честно, не хочу. Но не радует глаз. И новогодняя елка должна радовать глаз. Поэтому мне нужно купить елку. Да. Не поняла, что там сирена воет. Все, ребятушки, всем пока-пока. Ставьте лайки. Естественно, подписывайтесь на канал. Все, всем пока-пока.